Повестка дня очередного заседания городской управы, которое состоялось 18 ноября, содержала всего 64 вопроса. Наиболее важные решения, принятые на заседании городской управы, таковы. Распоряжением городской управы утверждены положения комиссии по безопасности движения и ее состав. Специалистом по организации безопасного движения в городе Нарва был назначен Владимир Лакисов. Распоряжением городской управы удовлетворено ходатайство отдела культуры на проведение праздника «Первый Адвент». Мероприятие состоится 29 ноября с 16 до 17 часов вечера на Петровской площади. Также получено разрешение на проведение мероприятия под названием «Встречаем 2010 год» на Петровской площади. Мероприятие пройдет с 5 часов вечера 31 декабря до 3 часов утра 1 января 2010 года. От горуправы на обсуждение депутатскому корпусу были направлены несколько проектов решений, самые интересные из которых таковы. Проект решения об утверждении программы развития социального попечения на 2010-2013 годы. Проект распоряжения Нарвского городского собрания об изменении распоряжения городского собрания от 6 марта 2008 года под названием «Порядок оплаты труда руководителей и педагогов нарвских муниципальных учреждений образования, культуры и спорта». Проект решения об утверждении самофинансирования проекта «Высокопроизводительная рабочая сила для промышленных предприятий. Те же меры, новые возможности». Проект решения об утверждении самофинансирования проекта «Свободная рабочая сила Нарвы» в квалифицированные специалисты по благоустройству города, а также проект решения об утверждении самофинансирования проекта «Квалифицированная рабочая сила в рукоделии».